Вот такой вот чехольчик с AliExpress. Но жутко бесит вот эта вот вещь. Сейчас постараемся его доработать при помощи ножа и набора надфилей. Ну, пластик срезается довольно-таки легко. Надо при срезании уводить вовнутрь, чтобы не срезать лишнего. Так. Теперь вот здесь имеем вот такую вот вещь. Аккуратно кнопку питания. Вот так. Это нам не надо. Далее кнопки питания. Здесь доработать жутко бесит и раздражает эти наплывы. Теперь будет намного легче все это переносить. Надо будет еще повернуть потом. Так, ну и возьмем плоский, чтобы выровнять вот здесь. Но главное не переборщить на кочерке. Просто слабоватая. Но, тем не менее, вот что у нас получилось.
вот что мы имеем на Luxon. Здесь раздражает совершенно другая вещь. Тут она получше реализована. Но здесь раздражали именно кнопки. Так, ну, теперь у нас все нормально. Кнопки спрятаны, утоплены. Разблокируем. Так, громкость больше, блокировка. Они не поцарапаются, потому что защищено. И здесь получается вот такая вот аккуратная штука. Даже есть куда хлистик прицепить. Софт-тач покрытие. Бампер полностью обхватывает. Этот бампер обхватывает не полностью. Снизу, сверху, возле камеры и на клавишах слишком много.